Всем привет, не перематывайте только не перематывайте. Новая информация, ребят. Новый телеграм-канал по донат-сервису будет на нашем канале, это Вов Донат. Сергей, по непонятным причинам отказался. Сказал, больше не хочет заказывать рекламу, не знаю, с чем это связано. В общем, новый донат-сервис, Вов Донат. Девочки работают быстро, цены наши. И розыгрыши постоянные. Вот смотрите, розыгрыш. Один сертификат на 3000 рублей, 2 по 2, 3 по косарю и 4 по питику можно заработать. Совершаем покупки, участвуем, читайте. Ссылка в описании, заходите, подписывайтесь. Поддержите Сурового, напишите, мы от Сурового пришли. Все, давайте вперед, в турнир идем. Мне будет приятно, ребят. Оборона ешная. Атака ашная была. Ту-ту-ту. Клычара по центру. Атаку апает, который хорошо так. Здраво так, который атаку апает. Утка еще одна вон докачивает, смотрите. Кириллушку поймал я вот. Призыв я выложу, надеюсь. Интернет никакой, поэтому все это медленно у меня так получается. Так, смотрите, вот у меня Азмия есть. Кирилл может вот так как-то пойти. А? Мне нравится. А пойдемте попробуем, где наша не пропадала. Так, смотрите, кристалл синий. Да ё-моё, улетело. Придется через ход лишний делать. Давай, клык. Держи подачу. Блин, ему мало. А нам камней мало. Это мало, надо еще искать. Сколько там? 5 собрали буквально. А вот кристалл синий. Ну давай. Ну не воскресни. Да блин, воскрес. Собака. Так. Азмию нажимаем. И синих-то все равно не хватило, да? Прикольно. Есть. Да, 5 воскрес. Прикольно. На центре такой, да? Он опять хилит. Имбовенько. Согласен, пойдет. Кирилла теперь зарядили. Теперь он хилит. Отпрыгнул, да? Один боец. Так, утку заблочим. Утка блочит утку. Вот это, Кирилл, конечно, ты имбовый. О, этот... Дерзкий клык. Своим мега воскрешением, конечно, все планы на жизнь мне сейчас попортит, я чувствую. Так. На Кирилла дал, да? Еле-еле выжила, родная. Кирилла успеем зарядить, нет? Чтобы он перекинул. Приколюху дальше. Так, успели. 5 водлс. А водлза успеем зарядить? Он быстрый. Может быть, успеем. Успели, кажись. Так, туда выкинул теперь. Ну, давай теперь здесь заряжать. Мы будем работать наверняка. Так. Оп. И еще раз оп. Дожили. До ульты дожили. Так, по центру швыряем. Вот так вот, Кирилл, ну-ка давай. Так, господи, дерзкий клык, Кирилл, все, я его зову. На утку отправил. Вот это, конечно, я работаю, да? Сдохни, пожалуйста, а. Да 43-й раз, блин. В обе сячий, да? Надо, короче, прокинуть, чтобы Кирилла не задеть. Блин, скиёж. Его опять подхилят сейчас, ребят. Три воскрешения. Реально ли выжить вообще, нет? Блин, еще подхилит.
Надо его как-то добить. Да как это работает? Бред на уровне фантастики, блин, а? Дайте выиграть, а? Я войну залил, выложу, меня половину отпишутся. Где? Где ходы? Закончились. Утка, давай, иди. Нападай. Да отлети ты уже. Не, ну так, конечно, можно проиграть, ребят. Я 73 раза, если он еще раз воскреснет. Фу ты! Сдох! Только у меня Наська зарядилась. Сейчас пошлет заразу кому-то эту свою. Как ее назвать-то, не знаю. Какой-то вирус передается, который воздушно-капельным, да? Так, давай, утка, зарядим тебя и вот в это отправим. Пошла. Фас. Бешеная утка. Так, синенького. Чпук. Пойдет. Ну-ка, жизнь растаскиваем, ребят. Ну-ка, давай на утку. Блин, ну кто воду запоймал? Поздравляю, ребят. Сегодня призыв идет. Не знаю, ну... Донатить как бы такое, рекламу вам как бы, донатьте, ребят, донатьте. Нет, на свое желание есть лишние деньги, пачку сигарет не купите, сделайте призыв, поймайте утку и тащитесь от игры. Прикольно, мне нравится, весело, по крайней мере. Уже урон увеличился, я тут все убошкаюсь. Не, ну клык это, конечно, видели, имба, нет? Я такого не встречал еще. У них же эти апнули способности-то по воскрешению, наверное, у него теперь процентов выше, или как оно там работает. Фу, выжил еле-еле. Идем дальше. 7 минут. Ё-моё. Ёшкин кот, вот это оборона. Так, ну тут не знаю, ребят. Вот так пойдем. Хотя синих надо было больше. Но смотрите, синих тоже тут не густо. Констатирую, будет все плохо сейчас, ребят. Уже боюсь. Ну да. Дело движется к заливному. Сильно движется. Хрена, вот ерунду кинул. Ну нет, более-менее. Теперь прокинем, наверное, вот так. Еще много фиола надо. Да хрена. Ладно. Сходил он, да? Давайте продолжаем искать. Так, три фиола есть. Мы как раз должны зарядиться. Так, Птолемей сходил. Что он там диспелит, нет? Поднимает здоровье, да? Ну, ничего такого вроде нету. Давайте сдиспелим. Наложим запрет на усиление. Но этот все равно один наложил, да? А, все-таки диспелит, ребят. Отлично, я не дочитал, короче, а? Сейчас будем получать по шарам. Блин, просто идеально, а. Ладно, держи. Привет от меня. Что-то надо поискать. Ну вот четверку нашли хотя бы. Но об контратаку долбимся. Нехило так. Ага, он еще раз ходит. Куда он послал? Никуда. Больно будет. Давай, бьем.
Камень кожу включила. Может быть, сколько-то проживет. Может, в мучительной смерти так и подохнет. Перестаньте вы долбиться, а. Камень кожи еще есть, да, один ход. Будет тычка, может, одну тычку убрать, типа. Замедло на утке висит. Нам не лучше раз не тыкаться, вот так скинем в пустоту. Так, прогорели мы. Контратака, снимись. Она немерено долго, короче. Ну, давай так. Так, зарядим, ребят, сейчас возможно. Вот так вот. Нам чисто камень кожу включить, чтобы нас не убили. Так. Закрылись. Так что же тут, как это работает, фигня? Иммунитет к новым недугам. Два хода. Идеально. Птолемейчики, блин, а? Дотыкают сейчас меня. Так, так. Птолемейчики, птолемейчики, а? Ну вот это зарядим. Догорела, блин. Лягушка-путешественница. Ну-ка давай куда-нибудь пошли. Только зарядился, короче, а? И Джунаид будет бить. Да ё-моё! А если утку убьют, мне вообще не затащить. Давайте будем хилиться, короче, без вариантов. Жесть, блин. Так, фиол зарядим. Тихо, тихо. Так, фиол пришел вовремя, нет? Так, делаем. Хилимся потихонечку. Желтый, замкнись, замкнулись. Давай вот так. Он бока лечит или всех? Блин. Опять не то немножко. Всех он лечит, ребят. Он лечит всех. Так. 3 минуты осталось. На птолемейчиков, на этих. Так, прокинем, так. Туда погнали. Замедло, блин. Снимайся давай. Так, пойдет. Ну-ка вот так зарядим утку, нет? Так, погнали. Блин, подхилил, снял. Джунаидик. Так, так, так.
Ну, уже немножко осталось, а? 2 минуты, да что такое-то? Так, фиол уйдет. Добили. Тихо, ну зарядили еще раз, а? Придется 5 фиолов заряжать. Ну и это имбейшие просто соперники, конечно, какие-то пошли. Так. Наверное, оборона ВА у него стоит, мне кажется, ну я не знаю. Джунаиды хилят, эти хилят, все хилят, блин, я тут еле-еле живу. Так, желтый уйдет сейчас, нет? Нет, мимо пролетел. Вот так. А, блин. Так, так. Фу, минута оставалась. О, как так? Только костюмы вышли, а у нас уже оборона с лисюхой, которая подавление делает, да? Подавление, подавление. Нас вот этот может сопротивляться и обратно отражать, нет? Как оно там работает? Плюс, что еще мы можем? А кто-то умеет, кто подавляться, не подавляется? Какая-то новая тройка выходила или что там? Фаес. Слишком медленно. Погнали, ребят. Четверку желтую делаем. Делаем. Сразу тройка взрывись, нет. 8. Мы собираем 8 камней, ребят, за раз. Синие уйдут. Зарядят? Нет. Стоять. Стоит, ждет. Кто по классу? Мощный из глаз. Получив глаз. Пусть миньоны тюкают потихоньку. Четверку сделаем, раздвинем желтенькие. А, и не так я раздвинул. Все, улетело нахрен. Так, на себе оставила. Но это неплохой вариант. Не самый худший. Как быть? Ну, давайте вот так сделаем, чтобы не зарядить этих раньше положенного. Теперь так, и надо как-то успеть зарядить центр, чтобы она ультанула. Не успеваем, по-моему, ребят. Не успеваем. Вот так красные, смотрите, уйдут, может, дозарядят. Так, зарядили центр еще раз. Тащим. Так, есть. Фуф. А это неплохо. Книжки, буквари. Так, тихо, тихо, центр, жди. Так, опять на центр перекину. Делаем урон. Делаем утку. Делаем на x2 Наську. Подрубаем атаку нахрен. Получи. И распишись. Так, а у меня же еще фиолы в игре, да? Я все желтыми долблю. Погнали. А ну. Эх, перестарался, далеко швырнул. Сивку-бурку, вещую каурку. Ты какой молодец, а? Ну давайте похилимся. Че у нас здесь? Да можно вот так кинуть, добить. Здесь так ударим. Угу. Все, живем, ребят. Нормальный такой денек, да? Мне понравилось. Ну, хоть какие-то шансы на выживание, чем война в последнее время. 3 секунды, если камни не нашел, то смерть. Так, хорошо попал. Никак.
Давайте хильнемся. Наска, заряешься с двух камней на x2? Да. С диспелем щиточки. Урон пошел раз. Урон пошел два. И утка. Блин. Не добилась почему-то. А, все, во. Опять ферантик. На ферантика миньонов брать нельзя, это точно. Иначе все хреново будет. И это где наш? О. Атакуем! Да. Такое себе. Центр за один ход зарядим, да? Почти. Синий кристалл есть. Потом поляну можно в космос запулить. Давайте сделаем. Фиол один соберется, потом через взрыв синих еще подвинется фиол у нас. Так. Зеленые пошли. Ну, три фиола это мало, да? Скорее всего, мало. Потому что ману срубит. Ну, а что делать? Надо пробовать. Мало, да. Все, ребят. Боюсь, короче, нереально уже все дело к концу идет. Так. Давай вот так взорвем. Схватило одной, но я сейчас добью, да? Ноль горит. Он знает, куда целиться. Ну, я не знаю, ребята. И смотрите, в эту ни разу не ультанули, короче. Неужели неправильно зашел? Погнали. Желтый кристалл. Блин, обидно слили все-таки. Тут еще колеон стоит, кстати. Что-то я не подготовился. Да, блин, как обычно, центр заряжается раньше. В этом плане игра, конечно, довольно странная. Скрипты работают идеально. Так. Так, 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 так. Ну давайте здесь будем кидать. Вот здесь будем кидать. Чтобы поменьше-то зарядить. Вот так потихонечку. Клё, пошел в бой. Так. Блин, колё надо блочить, наверное, хотя не уверен. Гармек тут ультанет. Давайте, ладно, заблочим. Еще камень кожи, чтобы не включил, мы его еще так блокернем. А, он уже скинул. Блин, опять у меня что-то тут силы мало. Долго буду ковырять. Это корешков плодить друид оказалось. Как не в себе. Еще поджигает, еще замедло. Ух ты, как горим хорошо.
Надо как-то ребят добивать, я не знаю как. Так. Как добивать-то, блин? Зелень, ну-ка зарядись. Главное колес снести, а? Есть. Все дело за малым, нет? Или еще будете мне мозг компостировать? Давай. Ходите. Снимаем. Блин, пылу поудубавился, да? Расстроился я, что мы мимо кассы одного дали. Но у нас оборона никакая, поэтому нам на топ-1 планеты-то нет смысла рассчитывать. Так. А ну держи. Ну все тут сейчас. Добиваю, ребят, идем дальше. А, это последний бой, ребят, был. Ну что ж, вот так идем, ребят. Мой ферант не держит. Вам удачи, ребят. Пока-пока.